Представим себе девушку-ученицу старших классов. Помимо задач по физике и математике из школьной программы, ей приходится решать и другие. Они не менее сложны. Какой жизненный выбор ей сделать? Первый путь – создавать семью и рожать детей как можно больше и, вероятно, даже как можно раньше. И надеяться на то, что в старости именно дети смогут ее обеспечить. Второй вариант – сначала получить образование, найти хорошую работу, построить карьеру и обеспечить себе финансовую независимость. И только потом заводить детей.